Я вас всех приветствую на последнем из серии вебинаров. Меня зовут Альф Торренс, и я исполнительный директор Российско-Британской торговой палаты. We're very grateful to the Tumen Regional Government for agreeing to today's event, and I'm delighted that Andrei Vadimovich, Deputy Governor of the Tumen Region, will be speaking to us today. Мы очень благодарны правительству Тюменского региона за то, что они согласились участвовать в сегодняшнем мероприятии. И я особенно благодарен Андрею Вадимовичу, заместителю губернатора Тюменской области, за то, что он сегодня выступит с речью. Thank you as well to his colleague, the president of the Tumen Chamber of Commerce and Industry, Eduard Raulovich, Alex Davalukov, general director of Agreco, and Thomas Davis, director of the Cambridge Education and Training School of English, who will give us their first-hand accounts of their experiences of doing business in the Tumen region. Также я благодарю руководителя торгово-промышленной палаты Тюменского региона, Эдуарда Абдулина, и я также благодарю Алекса Ваухова, генерального директора Агреко, и Томаса Дэвиса, директора Кембриджской школы английского языка, Cambridge Education and Training. A few words about the Russo-British Chamber of Commerce. We're an independent, not-for-profit, non-political organization whose mission is to promote trade between the UK and Russia. Несколько слов о Российско-Британской торговой палате. Мы независимая, некоммерческая, неполитическая организация, основной миссией которой является продвижение связи, торговых связей между Великобританией и Россией. Another part of our job is to develop contact between the regions, and that's why events such as today's is so important. And today we'll be looking at the investment opportunities in the Tumen region. Другой частью нашей работы является развитие контактов между регионами, и поэтому мероприятия, подобные этому, очень важны. И сегодня мы посмотрим на возможности инвестирования в Тюмени. Tumen is rightly famous as both a service and production center for the oil and gas industry. What is less well known to a British business audience is Tumen's ambitious plans to diversify its economy and the opportunities that this offers. Тюмень по праву считается известной своими компаниями в услугах для в нефтесервисе и центром производства нефти. Но что является менее известным фактом для британской бизнес-аудитории, это амбиции Тюмени разнообразить ее экономику и возможности, которые она предлагает. We were very disappointed that our plans to bring a business mission to Tumen this September have been thwarted by the coronavirus outbreak. However, we have every intention of reviving that in 2021. Мы были очень расстроены тем фактом, что наши планы привести бизнес-миссию в Тюмень в сентябре были нарушены из-за эпидемии коронавируса. Тем не менее, мы собираемся возродить эту инициативу в 2021 году. After the presentations, you will have the opportunity to ask the speakers questions. Please use the chat room function to send us the questions during the course of the webinar. The RBCC team will be monitoring them, and we will try and pick out some of the more popular themes. После презентации у вас будет возможность задать вопросы спикерам. Пожалуйста, предлагайте свои вопросы в чате Zoom. Наша команда будет мониторить предлагаемые вопросы, и после этого мы предложим самые популярные вопросы нашим спикерам. Thank you very much for your attention. Enjoy the webinar. And now I hand you over to my colleague, the president of the Tumen Chamber of Commerce and Industry, Eduard Abdulin. Благодарю вас за ваше внимание, и сейчас передаю слово главе Тюменской торгово-промышленной палаты Эдуарду Абдулину. Добрый день, Андрей Вадимович, добрый день, дорогой Арт. Рад всех вас видеть живыми и здоровыми. Торгово-промышленная палата Российской Федерации, торгово-промышленная палата Тюменской области много лет развивается с предпринимателями Великобритании. Good evening, Andrei Vadimovich. Good evening, Alf. Thank you for the invitation. So, the
Chamber of Commerce of the Russian Federation and Chamber of Commerce of the Tumen region has developed for a long time. Из последнего, в октябре 2019 года Торгово-промышленная палата Тюменской области встречалась с вновь назначенным генеральным консулом Великобритании в Екатеринбурге Ричардом Дьюэном. One of the latest events in October, the Tumen Chamber of Commerce has met with the consul. Можно повторить еще раз, пожалуйста, имя? Дьюэл. Томас Дьюэс. Yeah, with the Томас Дьюэс. Нет, ладно. Это был его первый визит после назначения на эту должность. It was his first visit after appointment of his position. И нам понравилась очень его активная позиция по развитию двухсторонних отношений предпринимателей Тюменской области и Великобритании. And we really enjoyed his active approach to developing ties between the entrepreneurs of the Tumen region and of the UK. Конечно, особое внимание в программе возможного сотрудничества занимает участие предпринимателей из Великобритании в части сотрудничества в области нефтегазосервиса. Of course, a separate attention is paid to the opportunities for the business representatives from the UK in participation in the oil field services sector in the region. В феврале 2020 года мне посчастливилось встретиться с послом Великобритании в России, с Деборой Бронер. In February of 2020, I was happy to have a meeting with the ambassador of the UK to Russia. И я ее, конечно, воспользовался случаем и пригласил с визитом к нам в Тюменскую область осенью, на осень 2020 года. And of course, I used this opportunity to invite him to visit the Tumen region in the autumn of 2020. Речь шла о совместном участии в подготовке и проведении Тюменского нефтегазового форума. We were discussing the joint participation in preparing and implementation the Tumen Oil and Gas Forum. В марте этого года, 2020-го, вот как раз уважаемый Альф Торнс, исполнительный директор Российско-Британской палаты. In March 2020, Альф Торнс, the executive director of Russo-British Chamber of Commerce, совместно с руководителем представительства Торгово-промышленной палаты в Лондоне Сергеем Авериным. Together with Sergey Averin, the head of the representation of the Chamber of Commerce in London. По нашей инициативе посетили наш регион, Тюменскую область. Visited our region, the Tumen region, thanks to our initiative. Да, и в рамках двухдневного визита мы провели целый ряд деловых встреч и посетили ряд предприятий Тюменской области. And within this two-day visit, we visited several organizations and held several meetings in the region. Главной темой была, конечно, это обсуждение программы и условий пребывания предпринимателей из Великобритании. Of course, the main topic of discussion was the program and the conditions of housing entrepreneurs from the UK in the region. При посещении и участии в работе нефтегазового форума 2020. When they were visiting, or when they would be visiting the Tumen Oil and Gas Forum 2020. Надо сказать, что опыт работы с предприятиями из Великобритании имеет очень большие корни, большую историю. I have to say that the experience of cooperation with companies from Great Britain has its roots far in history, goes back into history. Ярким примером
можно привести сотрудничество, когда у нас работала компания ТНК BB. One of the brightest examples is cooperation with the company TNK British Petroleum. И мы очень надеемся, что благодаря нашей совместной работе. And we hope that thanks to our cooperation. Мы будем развивать не только сотрудничество крупных компаний. We will develop not just cooperation of large corporations. Нас очень интересует развитие такого среднего сектора экономики Великобритании в части участия в инвестиционных проектах на территории Тюменской области. We are also interested in participation of the medium-sized British companies in the investment opportunities in the region. Для этого на территории нашего региона созданы уникальные условия для инвесторов. For that, we created unique conditions for investors on the territory of our region. Более подробно об этом расскажет, конечно, заместитель губернатора Тюменской области Пантелеев Андрей Вадимович. Of course, Deputy Governor Andrey Vadimovich will talk about it in more detail. Ну, а торгово-промышленная палата Тюменской области готова быть проводником любых интересов английского бизнеса на территории нашего региона. And the Chamber of Commerce of the Tumen region is ready to facilitate any interests of the British business in our region. Благодарю за внимание, коллеги, и готов ответить на любые вопросы. Спасибо. Thank you for your attention, dear colleagues, and I'm ready to answer any of your questions. Alif, you have a mute. You have a mute. Sorry. I think we'll save the questions to the end, so please post them on the chat room. And now it gives me great pleasure to introduce the Deputy Governor of the Tumen region, Andrey Vadimovich. Я думаю, мы оставим вопросы на конец встречи, поэтому, пожалуйста, пишите их в чате. А сейчас я с удовольствием передаю слово заместителю губернатора Андрею Вадимовичу. Андрей Вадимович, микрофон выключен. Дубль два. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Хотел бы поблагодарить в первую очередь Российско-Британскую торговую палату и лично господина Альфа Торренса за проявленный интерес к Тюменской области. И уверен, что сегодняшняя встреча позволит вам нам наметить совместные проекты в различных секторах экономики нашего региона. И хотел бы перейти к презентации. Good afternoon, dear colleagues. First of all, I would like to thank the Russo-British Chamber of Commerce and Mr. Alf Torrance personally for the interest expressed in the Tumen region. And I'm happy, I'm sure that today's meeting will let us not just strengthen the cooperation, but also to find new perspective partnership areas. And by your favor, I would like to go to the presentation. Тюменская область — это стабильный в экономическом и социальном плане субъект Российской Федерации. Население области составляет более 1,5 миллиона человек, а с автономными округами 3,7 миллиона человек. Темпы роста нашей экономики во многим показателям превышают среднероссийские, и в 2018 году региональный ВРП увеличился на 8,3% в сравнении с 2017 годом. Tumen region is a stable, economically and socially stable region of the Russian Federation. The population of the region is a little over 1.5 million people. And if we take into account the autonomous okrugs, Ханты-Мансийск and Ямало-Ненец, it will go up to almost 3.7 million people. The growth rates of our economy by many criteria is higher than the average in Russia.
And in 2018, the GRP grew by 8.3% in comparison to 2017. В регионе работает более 40 научно-исследовательских организаций, а в прошлом году был открыт один из пяти российских научно-образовательных центров. В Тюменской области комфортные условия для жизни, богатое культурно-историческое наследие. Первая историческая столица Сибири находится в нашем регионе. И отсюда вышли такие знаменитые, многие знаменитые личности, как, например, великий ученый Дмитрий Менделеев и самый загадочный русский Григорий Распутин. The region has more than 40 science and research organizations, and one of the federal Russian science and education centers, one of five, was opened in Tumen in the last year. Tumen region has also very comfortable conditions for day-to-day life. It has rich cultural and historical heritage. The first Siberian capital was in the Tumen region, and also many famous people, such as famous scientist Dmitry Mendeleev and probably the most mysterious Russian Grigory Rasputin also came from here. Индекс промышленного производства в 2019 году составил 108,1% к аналогичному периоду прошлого года. В среднем в Российской Федерации показатель составляет 102,4%. The industrial production index in 2019 was 108.1% compared to the same period of the last year. And the average in Russia, this index is usually 102.4%. Рост промышленности обеспечен за счет обрабатывающих производств. Сегодня в Тюменской области успешно развиваются такие отрасли, как нефтепереработка, нефтегазохимия, машиностроение, агробиотехнологии и другие отрасли промышленности. The growth of industry production is based on processing productions. Today, Tumen region successfully develops such areas as petrochemical industry, machinery manufacturing, agrobiotechnology, and other areas of production. В 2019 году было реализовано 203 инвестиционных проекта. Объем инвестиций составил 302 миллиарда рублей. На душу населения показатель превышает среднероссийский в 1.5 раза. И в регионе работают иностранные компании из Германии, США, Франции, а также компании из Британии, нефтегазосеверная компания «Агрека Евразия». In 2019, there were 203 investment projects that were realized, implemented in the region. The volume of investment in fixed capital was 302.9 billion rubles, and this index per capita is 1.5 times higher than the average Russian. Many foreign companies from Germany, France, the USA, and of course from the UK operate in the region. One of them is the British Oilfield Service Company, Agreco Eurasia. Большое внимание регионе уделяется развитию инноваций. Мы занимаемся этим уже более 10 лет. Тюменский технопарк является региональным представительством Российского фонда содействия инновациям и реализует программы по поддержке высококлиничных компаний, оказывая комплексную поддержку всех стадий инновационного проекта. И в этом рейтинге инноваций инновационных регионов России Тюменская область занимает 11 место. The region pays high attention to promotion of investment. We were working on investment projects. We have been working on them for 10 years already. One of the representation of innovation Russian Innovation Promotion Fund is the Tumen Technopark, which supports and promotes high-tech companies and tries to give them support in all the stages of the innovative process. And in the rating of innovative regions of Russia, Tumen region as of 2018, takes the 11th place. В Тюменской области созданы комфортные условия для ведения бизнеса. В регионе сравнительно низкие цены на аренду, приобретение промышленных площадей, сниженные тарифы на энергоноситель. Например, газ дешевле на 31%, электричество на 5%,
вода дешевле на 50%. А также созданы два промышленных индустриальных парка с набором льгот для резидентов и всей необходимой инфраструктурой. Tumen region created comfortable conditions for businesses. It has relatively low costs, low prices for rental and purchase for industrial spaces, industrial premises, and also reduced energy costs. For example, gas is cheaper by 31%, electricity by 5%, and water supply by 50%. Also, there were created two industrial parks with some preferential conditions for their residents and all of the necessary infrastructure. Каждому инвестору мы предлагаем комплексное сопровождение от идеи проекта до сбыта продукции, готовые инвестиционные кейсы, финансовые, имущественные и административные меры поддержки, содействие подготовке кадров. И далее я остановлюсь подробнее на этих мерах. For each investor, we provide complex systemic support from the idea of the project to the sales stage. We provide ready investment cases, financing, some support in property and administrative support, also personnel training support, and I would like to go in more detail about these measures. Меры финансовой поддержки – это льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль. Льготные займы до 50 миллионов рублей на 5 лет от 3 до 8,5% и субсидирование до 50% на лизинг оборудования. Кроме того, для инновационных предприятий предусмотрены компенсации до 70% затрат на создание и проведение испытаний опытного образца технологической инновации. Гранты на него до 30 миллионов рублей. So the financial support measures are property and income tax benefits, some convenient preferential loans for up to 50 million rubles for 5 years with 3 to 8.5 interest, subsidies for up to 50% of equipment leasing costs, and also for innovative companies, organizations, there is an opportunity to compensate up to 70% of all the costs to create and to try the new advanced new design of advanced technology, and also research and advanced technological development grants for up to 30 million rubles. В качестве имущественной поддержки мы предлагаем площадки индустриальных парков. Резидент, реализующий проект на территории любого индустриального парка, получает готовый земельный участок с готовой инфраструктурой по льготной аренде ставки 17 рублей за гектар в месяц, в том числе с возможностью выкупа земельного участка. Индустриальный парк является собой зоной экономического развития, соответственно, резиденты парка могут воспользоваться финансовыми мерами поддержки, о которых я рассказал ранее. So as part of property support, we offer some premises of industrial parks. The resident that implements their project on the territory of any of these industrial parks will receive a ready-to-use land spot with all of the necessary infrastructure with an preferential cost of 17 rubles for the hectare in months, with also with an option to buy the land out eventually. And industrial parks are the zone of economic development, so all of the residents can use take benefit of some financial measures of support that I mentioned before. Важной составляющей работы с инвестором мы считаем содействие в поиске и подготовке кадров. Образовательный потенциал области составляет два ведущих вуза. Это Тюменский индустриальный университет со спецификой подготовки кадров нефтегазового и строительного профиля и Тюменский государственный университет, участник программы повышения международной конкурентоспособности 5-100. One of the important parts of working with investors, we'll also find the personnel training support. The educational potential of the region is comprised of two leading higher education institutions. One of them is Tumen Industrial University,
which trains people for oil and gas sector and for construction sector. And the second university is Tumen State University. It's a participant of the 5 to 100 program, which is the program of improving international competitiveness of the universities. Мы также готовы содействовать компаниям в поиске и привлечении квалифицированных кадров. В настоящее время мы прорабатываем механизм субсидирования затрат на переезд высококвалифицированных специалистов ключевых специальностей. We also are ready to support, to provide support in search and recruitment of qualified personnel. Currently, we're working on the mechanism of subsidizing relocation costs for key highly qualified personnel. Как я уже отмечал ранее, заинтересованные компании могут зайти в наш регион со своими инвестпроектами, получить всю необходимую поддержку, а могут воспользоваться нашими инвестиционными кейсами, разработанными с учетом специфики и ресурсов региона по нескольким перспективным направлениям. Нефтесервис, переработка полимеров, производство сельхозпродукции, деревообработка и проекты в сфере туризма. As I mentioned before, the companies that are interested can come into our region with their own investment projects and to get all of the necessary supports, or they can use our investment cases that were developed based on particular characteristics and resources of the region in several spheres, prospective spheres, oil field service, polymer processing, production of agricultural products, woodworking and recreation spheres. Одним из важных направлений развития мы считаем дальнейшую диверсификацию производства и создание промышленных кластеров. В Западной Сибири добывается более 65% всей российской нефти. У нас работают крупнейшие российские нефтедобывающие компании Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз. One of the very important directions of development, we find the further diversification of production and creation of industrial clusters. In West Siberia produces more than 65% of oil, of all Russian oil. We have leading Russian oil production companies working in the region, such as Rosneft, Gazpromneft, Lukoil and Surgutneftegaz. При этом в Тюменской области акцент делается не на добычу, а на сервисы и научные разработки в нефтегазовой отрасли. Мы решили объединить уже имеющиеся предприятия и компетенции в нефтегазовый кластер, участниками которого мы предлагаем стать и компаниям Великобритании, заинтересованным во внедрении новых разработок на российском рынке. И самое главное сегодня – это близость к рынку. Tumen region mostly focuses not on the production, but on servicing of oil fields and on scientific research in the oil and gas industry. So we decided to combine existing resources and expertise into an oil field service cluster that we invite companies from the UK to become participants of if they are interested in implementing their new advanced developments in the Russian market. And of course, the proximity to the market is one of the benefits of the geography here. Второй кластер, который мы сейчас развиваем, это полимерный. Основой для его создания стал марочный ассортимент предприятия «Зепсибнефтехим» группы компаний «Сибур», крупнейшего в России производителя полимеров. Предприятиям полимерного кластера предлагается реализовать проекты по переработке полимеров в конечный продукт. При этом формой участия в полимерном кластере может быть не только инвестирование в производство, но и партнерство в части НИОК. The second cluster that is being developed right now, it's a polymer cluster. The basis for its creation was the branded assortment of the products of Zapsibneftekhim. It's a company group of Sibur, the leading Russian organization that produces polymers. And polymer cluster companies are suggested to implement projects in polymer refinery and processing into the final product. And the type of participation in such a cluster can be not just investing into the production and processing, but also to be a partner in research and advanced technological development.
Еще один формируемый кластер агробиотехнологический. В Тюменской области развит агропромышленный комплекс, регион полностью обеспечивает себя мясной и молочной продукцией. У нас работают крупные и малые животноводческие хозяйства. Another cluster that is being formed right now is agrobiotechnological. The agricultural complex is developed in the Tumen region. The region is fully sufficient in producing meat and milk products for itself, and we also have a large and small animal stock farms. Еще один из формируемых ежегодно мы собираем более 1,5 миллиона тонн зерна. В 2016 году в регионе был открыт завод по глубокой переработке пшеницы и производству аминокислоты лизин. Таких производств в России всего два. Мы предлагаем участникам кластера реализацию проектов по переработке различной продукции сельского хозяйства. We harvest more than 1.5 million tons of grain annually. In 2017, the region opened a factory for deep refinery of wheat and for production of the lysine amino acid. There are only two such productions in Russia as of today. For the participants of the cluster, we suggest implementing projects for refinery of different products of agricultural industry. Также мы высоко оцениваем перспективы развития деревообработки и создаем деревообрабатывающий кластер. Лесосека в регионе составляет 16,2 миллиона кубических метров, из которых 13,8 миллионов свободны. We also deem woodworking cluster highly promising. The cutting area in the region now is 16.2 million cubic meters, 13.8 million of which are free right now. В регионе работают крупные производства, из них одно из них Тюменский фанерный завод экспортирует фанеру в 30 стран мира, в том числе Великобританию. По оценкам экспертов, к 2030 году ожидается двукратное увеличение глобального спроса на растворимую целлюлозу. Потребность составит до 16 миллионов тонн в год. В связи с этим мы предлагаем участникам кластера создания в Тюменской области производства растворимой целлюлозы. There are many large productions in the region, one of which is a plywood manufacturing plant. It exports the plywood into 30 countries in the world, including the Great Britain. By the experts' assessment, by 2030, a twofold increase in global demand for dissolving cellulose is expected. So the demand will be up to 16 million tons per year. Which is why we suggest the participants of the cluster to create the production of dissolving cellulose in the Tumen region. Мы уделяем много внимания развитию туризма и создаем туристический кластер с услугами мирового уровня. Предпосылкой для этого являются термальные источники, расположенные вокруг Тюмени, и лечебная минеральная грязь. При этом в Тюменской области расположено много исторических культурных объектов, ведь не зря Тюмень называют вратами Сибири. We also pay high attention to development of tourism, and we are creating a recreational cluster that would provide world-class service. Prerequisites for that are, of course, the thermal springs that are located around Tumen and also mineral therapeutic muds. Also, Tumen has various historical and cultural objects, and it is called the Gate of Siberia for a reason. Ежегодный туристический поток составляет более 2,8 миллиона человек, включая гостей из регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья. Мы предлагаем участникам рекреационного кластера создание санаторно-курортных комплексов, спа-центров, гостиниц и развлекательной инфраструктуры. The annual flow of tourists is 2.8 million people, including tourists from other regions of Russia, from neighboring and from far abroad countries. We suggest the participants of the recreation cluster to create health resorts, spa centers, hotels and entertainment infrastructure. В завершение хочу сказать о самом главном ресурсе Тюменской области – это человеческий капитал. Тюмень уже заслужила статус всероссийской кузницы кадров. Мэр Москвы Сергей Собянин, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, министр науки и высшего образования Валерий Фальков – все они большие профессионалы, вышедшие из Тюменской области.
In conclusion, I would also like to mention the main resource of the Tumen region, which is the human capital. Tumen has earned its fame as all-Russian talent factory. The mayor of Moscow, Sergei Sobyanin, minister of construction industry, housing and utilities sector, Vladimir Yakushev, Minister of Science and Higher Education, Valery Falkov, all of them got their training and became highly high-level professionals here in the region. Ну и также Тюмень — это город сам по себе красивый, город красивых людей. Мы видим, что и мисс мира, и миссис России также тюменки, и поэтому многие переезжающие работать к нам в регион обретают свою вторую родину, заводят здесь семьи, остаются с нами навсегда. And also the region and the city are beautiful by themselves and the region of beautiful people. Miss World 2018 and Miss Russia 2016 were also from Tumen, and this is probably one of the reasons that people, when they're relocating to the region, they find their second homeland here, start their families and stay here. Ну и последний слайд. Уважаемые коллеги, наши контакты, мы всегда открыты для общения. Предлагаю общаться по имени Андрей, так будет комфортнее и вам, и нам. Надеюсь, что вот это неформальное общение сегодня позволит нам укрепить и наметить новые связи наших территорий. And our last slide, here you have our contacts, and we are always open for any cooperation. I would like to suggest that we continue our communication on the first name basis, so you can address me, Andrei. I hope that this non-formal communication will be the basis for our future cooperation and future mutually beneficial projects. И еще раз благодарю Альфа Торренса за проявленный интерес и организацию сегодняшнего мероприятия. And once again, thank you, Alf Torrens, for your interest and for organizing today's event. Andrei Vadimovich, I'll use that for the last time. Thank you very much for a really interesting overview of the Tumen region. Андрей Вадимович, последний раз обращусь к вам таким образом. Благодарю вас за очень интересный обзор ситуации в регионе. It's very impressive to hear about the diversification areas that you are developing. Это очень впечатляет то, что вы рассказали о диверсификации сфер, над которыми вы работаете. And of course, from the business perspective, the financial support measures that are in place to support foreign investors. И, конечно, с бизнес-точки зрения, те финансовые меры поддержки, которые вы оказываете иностранным инвесторам. After the webinar, it would be very good to get the list of projects that you mentioned, which we could advertise through our means of communication to raise interest. И после сегодняшней встречи было бы хорошо получить список проектов, которые вы сейчас разрабатываете, чтобы мы могли их распространить и прорекламировать через наши каналы. And now it gives me great pleasure to hear from Alex Devolukhov. И сейчас я с удовольствием хотел бы услышать Алекса Валухова. General manager of a very successful British company, Agreco, who have been operating in Tumen for a number of years. Генерального директора очень успешной британской компании, которая уже несколько лет работает в Тюмени. Alex, over to you. Thank you very much, Alf, and everybody. Do you see my screen? Yes. Yep. And, Very good. Thank you. So, good morning, good afternoon, everybody. Добрый день, доброе утро кому-то всем. I will give a few words about who we are, Agreco as a company. Я скажу пару слов о том, кто мы как компания. So, Agreco is known in Tumen as an oil service company, but we are globally known for being a distributed power provider. To all sorts of different industries. Agreco в Тюмени известна как компания, сервисная компания для нефтегазового сектора, но на глобальном рынке нас знают как поставщика временного энергоснабжения.
And this map here gives you the evolution of our presence. So the company is 50 years old, but we've been in Russia since 2008, and in Tumen, I'll come back to that later, since 2014. И здесь карта, которую вы видите, она дает такое понимание нашей эволюции как компании. Нашей компании 50 лет. В России мы присутствуем с 2008 года, и в Тюмени, я вернусь к этому позднее, с 2014 года. So, on this slide you see this very important milestone in our history, which is the opening of the service repair center in Tumen. Здесь вы видите очень важные узловые точки в истории нашей компании, и одним из них является открытие сервисного центра в Тюмени. Before that, we were about 200 megawatts in the country. До этого наши мощности в стране составляли около 200 мегаватт. And we are now about 1 gigawatt, which is 5 times more. На данный момент наши мощности составляют около 1 гигаватта, что в 5 раз больше. So what do we do in this service center in Tumen? It is actually one of our 6 global hubs that we have in the world, together with Singapore, Dubai, Houston, Mordyke and Dumbarton. Так чем же мы занимаемся в этом нашем сервисном центре в Тюмени? Это на самом деле один из 6 наших глобальных хабов, другие из которых расположены в Сингапуре, Дубае, Хьюстоне, Нордейке и в Дамбартоне. So it serves actually a large number of countries, all the countries of the former USSR, Turkey and Mongolia. Он на самом деле обслуживает большое количество стран, все страны бывшего СССР, Турцию и Монголию. And, you know, we've built Tumen a bit like a Russian doll. We started with one workshop, then a second one, a third one, then, you know, big warehouse. And further on, we also put our regional, meaning Eurasian, back office in Tumen as well. Мы начали работу в Тюмени сродни матрешке, то есть мы начали с одного небольшого центра сервисного, потом второго, третьего, после этого мы открыли большой склад, после этого мы открыли уже большой офис, региональный офис, регион имеется в виду евразийский офис также в Тюмени. Yeah, it's a back office, yeah, so a lot of support services. Офис поддержки, технической поддержки. And so why we think for Aggreko Tumen is the right place for investment? Почему же мы думаем, мы как компания Aggreko, что Тюмень это правильное место для инвестиций? The first thing is about the staff and the qualification of these staff and the variety. We have engineers, managers, accountants, buyers, and they're coming from different industries. So that's the human pool, which is the first reason for us. Первая причина — это люди, профессионалы, большое их разнообразие. У нас есть инженеры, менеджеры, бухгалтеры, закупщики. То есть у нас большой пул профессионалов, к которым мы имеем доступ здесь. Second thing is the ratio between quality and cost. There was in the previous presentation the average salary for the region at $600 and something per month. It's significantly less than in Moscow. Второе — это соотношение цены и качества. Ну, для персонала также. В одной из предыдущих презентаций была средняя зарплата в около $600 в месяц для профессионала в регионе, что является намного ниже, чем то же самое в Москве. The following point is that here we are for the long term, and we have very specialized disciplines in all services in particular. So it's very important that we have an interaction with educational institutions. Другая идея в том, что мы здесь на продолжительное время. У нас очень много очень специализированных сфер, в которых мы работаем. И для этого очень важно иметь связи с образовательными учреждениями. Another very good thing about Tumen, it's about, you know, the thing about being a middle-sized fish in a small pond. It's not a big
urban area, yeah. So it has a very good infrastructure, but it still feels very human, and relationship is important. Другой положительной чертой региона является то, что она, он выглядит как такая среднего размера рыба в небольшом пруду. То есть, в принципе, городское развитие, оно продвинутое, но, тем не менее, регион не такой урбанистический, урбанизированный. Соответственно, остается это человеческое отношение, человеческое ощущение маленького города. Then the following point is that geography helps. It's very much the barycenter, the gravity center, if you wish, of the overall Eurasian region. Yeah, it's very close to reach our western eastern Siberia, Urals, Kazakhstan. So that's the core of most of industrial activities in Eurasia. И, конечно, география региона тоже помогает во многом, потому что, по сути, Тюмень находится прямо в центре Евразийского региона. Западная, Восточная Сибирь, Урал, Казахстан — это все основные центры развития промышленности, и поэтому нахождение в самом центре помогает тоже. Not to forget to mention tax incentive is something that helps. It's not the main point, but it really helps. So go on for the translation. И также, конечно, налоговые льготы во многом тоже помогают. Это не основной, не самый главный пункт, но это, конечно, существенная помощь. And last but not least, Russia is known for being a country of red tape, and it's very bureaucratic, very often in very many areas. So it's important that we have a quality dialogue with the regional government, and that we are supported whenever we have to do something administrative. И, конечно, последнее, но не по важности, Россия довольно известна за свои сложности в бюрократическом процессе, и поэтому очень важно иметь связи, тесные связи и возможности диалога с региональным правительством для того, чтобы для разрешения каких-то бюрократических вопросов. So that's it. Happy to take any question. На этом все. Если есть вопросы, буду рад. Thank you, Alex. If it's all right, we'll save them for the end. Give people a chance to mull your speech over and ask them on the chat room function. Благодарю, Алекс. Если вы не против, оставим вопросы на конец, дадим людям возможность обдумать вашу презентацию и подготовить вопросы по ней. And I personally found it very interesting, and as so many things come back to education, I think it would surprise many British listeners that Tumen is such a center of educational excellence in what to the Brits perceive as quite a remote area. Для меня лично было очень интересно, и один из интересных моментов — это то, что так много связано с образованием. Я думаю, для британской публики будет довольно удивительно услышать, что уровень образования в регионе достаточно высок, потому что для них Тюмень выглядит как такой очень отдаленный регион. And that's a perfect lead-in to introducing our next speaker, Thomas Davis, who's director of the Cambridge Education and Training School of English in Tumen. I'm delighted to listen to your insights. И это отличная подвязка к нашему следующему спикеру, Томасу Дэвису, директору школы английского языка Cambridge Education and Training. Томас, передаю вам слово. Thank you, Alf. Thanks, Andre. Thanks, Alex. I hope we contribute a little bit to that educational excellence in the city that you spoke about. Благодарю, Андрей, благодарю, Алекс. Я надеюсь, что смогу внести свой вклад в тему образования, которую обсуждаете здесь. We're a little bit more, actually, than a school of English. We're a bit more diversified than that. Мы на самом деле чуть больше, чем просто школа английского. У нас намного более разнообразный формат. I'll come to that in a minute. I'll just give you a bit of history about the company. So compared to Aggreko, compared to BP and people like that, we're a very small company. Go ahead. Yeah, sorry. Вернемся к этому чуть попозже.
в сравнении с Greco и в сравнении с другими компаниями, мы, конечно же, являемся довольно маленькой компанией. The company was founded by me, actually, in Moscow in 1998, after a period of working for the British International School and British Council in Moscow. Компания, на самом деле, была основана мной в 1998 году в Москве, после того, как я 2 года проработал на британский совет и на британскую международную школу. So I decided I'd like to open my own school, and a pretty rash decision for a teacher with limited business experience, very poor Russian language, and limited financial resources. То есть я решил создать свою собственную школу, что было довольно спонтанным таким удивительным решением для учителя английского языка с весьма скромными познаниями в русском языке, с небольшим опытом в бизнесе и с ограниченными финансовыми возможностями. So I lived in Moscow for 4 years, and we were invited by a client from Nizhny-Vartovsk, which is in the autonomous region, Ханты-Мансийск autonomous region of the Tumen Oblast, to provide some educational services. Я жил в Москве 4 года, и одна из компаний в Нижневартовске, Нижневартовск находится в Ханты-Мансийском автономном округе, пригласили нас провести небольшой обучающий курс. So we opened our school there in September 1999. И в 1999 году мы там открыли школу в Нижневартовске. And in 2002-03 the BP-TNK merger went through. Demand for English language services exploded, and we decided to offload our interests in Moscow and concentrate solely on the Tumen region, which I must say is a decision I've never regretted. После того, как произошло слияние в 2002-2003 году BP, British Petroleum и ТНК, количество заказов на услуги по предоставлению обучения английскому языку возросло во многие разы, просто зашкаливало. Поэтому мы в этот момент решили завершить работу с заказами в Москве и сконцентрировать свое внимание на Нижневартовском регионе. И я должен сказать, что это решение, о котором я ни разу в жизни не пожалел. We worked successfully in Nizhny-Vartovsk for a number of years, but a lot of our clients in the oil and gas industry also had facilities in Tumen and invited us to supply additional services in Tumen. So we opened an office in Tumen to service them in 2007. And go ahead. Мы работали с компанией в Нижневартовске, с компаниями в Нижневартовске, но многие наши клиенты также имели офисы или организации в Тюмени и, соответственно, просили нас предоставлять услуги периодически в Тюмени. Поэтому мы решили открыть офис, тюменский офис в 2007 году. In 2009, were a big client of ours with corporate language services and other training courses, wanted to consider making Tumen a family posting rather than having their employees in and out on rotation. Tumen's a very livable city, and it was possible to bring people here, families here. В 2009 году наш очень большой заказчик Шлюмберже начали обдумывать вариант перевести полностью работников в Тюмень, то есть предоставить им условия проживания в городе, вместо того, чтобы они работали вахтами в городе. И надо сказать, что город довольно комфортный для проживания, и поэтому эта инициатива была возможной. So, in order to make the city a family posting, a UK curriculum primary school had to exist.
для того, чтобы они могли перевести полностью семьи этих работников в регион, в город, необходимо было, чтобы существовала школа с учебным планом британской школы, британской начальной школы. Yeah, yeah. So they asked us to do a feasibility study, which we did in 2008, and in September 2009 we opened the primary school. Соответственно, нас попросили провести исследование возможности открытия подобной школы или подобной программы, что мы, собственно, и сделали, и в 2009 году мы основали международную начальную школу. So we just completed our 11th academic year. И мы только что практически закончили наш 11-й академический год учебный. The most difficult one of all with the COVID-19 online process, but we completed it. Который оказался самым сложным из всех 11 из-за всего процесса онлайн-обучения из-за коронавируса, но тем не менее мы справились. And our language schools were 21 years old in the Tumen region this year. И наши языковые школы, нашим языковым школам в этом году исполнился 21 год в Тюмени. So we have had in this school in Tumen at the peak children of 26 different nationalities at one time from different foreign companies in town. На самом пике в нашей школе обучались студенты из 26 разных стран. The school has given Tumen something that Moscow has, St. Petersburg has, Kazan in the last couple of years only has, and really nowhere else, which is the facility to support postings from family postings from foreign companies. Tumen being the livable city that it is, you know, I think it's very advantageous that we've had this facility here. Таким образом, наша школа предоставила Тюмени возможность, которая есть, в принципе, только в Москве и в Санкт-Петербурге, и буквально с недавних пор в Казани. Это с такой школой возможность релоцировать полностью семьи иностранных работников в регион. И Тюмень, в принципе, является довольно комфортным городом для проживания, и такая школа — это дополнительный плюс для региона. The schools, we employ at the moment about 85 people. На данный момент у нас в школах работает около 85 человек. Of which 75% are local Russian people. 75% из которых это местные русские работники, российские. And the balance 25% mostly British. With the old American and Irish national. И только 25% это иностранные работники из Великобритании, Ирландии и США. Five of our British members of staff have lived in the region for 10 years or more as employees of ours. Пятеро из наших работников, которые британских работников, работают в школе уже 10 или более лет. Which says something about the livability of the region. Что, конечно, говорит многое о том, насколько комфортно жить в регионе. And they're from two from London, one from Nottingham, one from Liverpool. Из них двое из Лондона, двое из Ноттингема и один из Ливерпуля. And me, I'm from the west of England myself, and I've lived in Tumen since 2007. И я сам из Западной Англии, и я живу в Тюмени уже с 2007 года. And my son is actually in our school, so we're very happy here, lived here for a long time. Sorry, go ahead. И мой сын, он учится в нашей же школе, и, в принципе, мы все очень счастливы жить в этом регионе.
And in fact, our school is situated about 50 meters from the governor's residence. So I'm probably just around the corner from Andre now. I don't know if he's there. И на самом деле наша школа находится примерно в 50 метрах от резиденции губернатора, поэтому не очень далеко дойти до туда. So, we're a British company, Cambridge Education and Training UK Limited. We have our Russian companies here, but the founding company is a UK company. And we've been here 21 years very successfully. There's been plenty of crises in that time, not just COVID, but falls in the oil price and other problems from time to time. And we're still here. The primary school is doing very well. It's a difficult time, obviously, because we've got to decide now whether we're online or not in September, and that takes some planning. The language schools are doing very well. We've got over 2,000 students currently registered. 2,000? 2,000, yeah, in Tumen and Nizhny Bartels. Mm-hmm. Mm-hmm. So, мы являемся британской компанией, British Limited в конце, то есть мы организованы UK Limited в Великобритании. Конечно, у нас есть организации в местные, но наша главная основная компания — это британская компания. Мы находимся в Тюмени уже 21 год. Мы пережили многие кризисы, не только кризис коронавируса, мы прошли через другие. И мы все еще здесь после всего этого пережитого. Наша начальная школа, в принципе, хорошо себя чувствует. Конечно, было сложно и до сих пор сложно, потому что мы должны до сих пор... Неопределенная до сих пор ситуация с тем, будет ли образование в сентябре онлайн или офлайн, и здесь тоже требуется дополнительное планирование. Во всех школах в сумме у нас учится около 2000 студентов, то есть в целом дела у нас идут хорошо в регионе. Okay. We've cooperated with Business Park, and we cooperated with Olga before. She's been our client. She has to supply English language services to companies there so that they could pitch themselves better for foreign investment. So we've got an existing relationship. I wanted to expand a little bit on what Alex touched on as regards bureaucracy or the fear of bureaucracy. I think most people, sorry. Yeah, sorry. У нас имеются связи с бизнес-парком, мы прошли через несколько проектов вместе, контактировали с Ольгой, в частности, для того, чтобы предоставить услуги языковые резидентам бизнес-парка, для того, чтобы они могли представлять свои проекты для иностранных инвесторов. И я бы еще хотела немного отметить по поводу темы сложной ситуации с бюрократией в регионе. So, I think a lot of people fear that they won't be able to understand it, they'll be overwhelmed by it, they won't be able to negotiate bureaucracy. Я думаю, especially in provincial Russia. Я думаю, многие боятся того, что им не удастся понять, не удастся найти какой-то диалог с бюрократическими структурами в регионе, в России, в принципе, и особенно в провинциальных регионах. I think that's wrong. I mean, dealing with bureaucracy is a fact of business life here, just as it is in the UK and elsewhere. Я думаю, это в корне неверно, потому что бюрократия как таковая — это просто один из фактов, присутствующих в любой бизнес-жизни, как в России, так и в Великобритании и где угодно в мире. We've managed in the UK region without undue difficulty with regards to licenses, permissions, certificates, visas, etc., etc. We haven't had undue problems. There have been no barriers for us to have to jump over. Мы справились со всеми бюрократическими требованиями. Мы получили все необходимые лицензии, разрешения, визы, сертификаты без особых лишних трудностей, трудностей, которые были бы излишними и которые необходимо было бы преодолевать. When it's come to disputes with the department, city authority, regional authority over a grey area,
or a problem or an overlapping issue, we've always invariably been able to meet with the appropriate department and discuss the issue and arrive at an appropriate satisfactory solution. Когда мы сталкивались с каким-то неоднозначным вопросом или спорным вопросом, у нас всегда без вариантов всегда была возможность встретиться с администрацией города или органами региональной власти для того, чтобы обсудить этот вопрос и прийти к какому-то удовлетворительному решению. For example, over this last COVID-19 crisis, we've had good support, good advice, help. We submitted plans for approval. It's been very good. Can't fault it at all. Например, с последний кризис, связанный с вирусом, мы получили довольно обширную поддержку, хорошие советы, план развития и план поддержки. Помощь была хорошая. Another example from last year. In fact, we've had one big dispute that got to court in the last 10 years. That was not actually in the Tumen region. That was in the Huntsman-Sisk region with Huntsman-Sisk, with a dispute over apostilles for staff certificates, and ended in a court case. Can you repeat dispute over? Apostilles. Oh, okay. Mm-hmm. Еще один пример проблемы, которая возникла в последний год. У нас был единственный спор, который дошел до суда за все время нашего существования здесь. И на самом деле это было не в Тюмени, это было в Ханты-Мансийском автономном округе. Спор был по поводу апостилей на документах персонала в школах. И это дело дошло до суда. Mm-hmm. So the judge in the federal court found us the other party, being a federal department, found us not guilty of any wrongdoing and admonished the federal department for bringing the case. И федеральный судья по итогам слушания нашел нас, при том, что второй стороной был институт, была институция, федеральная институция, с которой мы спорили в суде. Тем не менее, нас федеральный судья нашел невиновными и даже вынес какое-то наказание в другой стране за то, что это дело было вообще принесено в суд. So the point I'm making is that a treatment with bureaucracy, our experience of the bureaucracy has been fine. We've been able to negotiate it. If we've had a problem, we've been able to discuss it. And a treatment as regards legal issues has been fair. То есть, о чем я в целом хочу сказать, это то, что наши отношения с бюрократией в целом здесь были абсолютно адекватными. Нам всегда удавалось обсудить какие-то вопросы, если они возникали, и прийти к какому-то результату. И в плане юридическом отношение к нам всегда было разумным и честным. So, I've lived in Tumen since 2007. I'm happy here. My wife is actually local. I mean, originally local, an original Tatar from the area outside Tumen. Despite all the recent problems we've had with the COVID thing, we're recovering. We're optimistically preparing for September. And I was very happy to contribute to this seminar. Итак, я живу в Тюмени с 2007 года. Моя жена на самом деле местная, прям по-настоящему местная татарка. Мы смогли справиться со всеми сложностями, включая все сложности последнего года, связанные с вирусом. Мы восстанавливаемся и довольно оптимистично планируем нашу работу в сентябре. И я очень рад был внести свой вклад в сегодняшнюю дискуссию. I would like to make a few remarks
for the British side of things, if that's okay, Al. Please do, yeah. Okay. Я бы хотел сделать пару замечаний с британской стороны, с британской стороны взгляда, если позволите. Okay, the British. I met Roderick Lines when he was ambassador. I met him at the BP TNK merger event, and he came to a school. I mean, which I was impressed with because we're a little bit smaller than British Petroleum. But he came to the school, met all the staff, took us out to lunch. And because we actually predate BP in the Tubing region, he asked our advice, what we thought about things, how we saw things, how we were comfortable with this and that. And he followed it up. He always used to invite us to functions in Moscow and et cetera, and asked what we think, asked our advice. Since that point, we've had visits from the consulate. The consulate's been pretty good in Ekaterinburg. They're our nearest, obviously. The embassy have been here when they visited the governor. They call in next door and come and see us. We're a flagship outpost. But that's been about it. And there are several things that could have been better from the British point of view if we're serious about this cooperation here. If I may interrupt you for a second to translate the итак, небольшая ремарка с точки зрения британской. Мы на самом деле встречались с послом Великобритании Родриком Лайнсом во времена слияния ТНК-БП, ТНК-БП. И когда это происходило, он на самом деле пришел в нашу школу, в наш офис, чему я был очень удивлен, потому что мы немного меньше, чем ТНК-БП, компания сама по себе, но он пришел, он посмотрел на нашу школу, и он задал нам вопросы, потому что мы находимся в регионе раньше, чем эта компания, соответственно, у нас какой-то опыт есть оперирования в регионе, и он нас спрашивал о том, как вам здесь, какие подводные камни, в общем, наше впечатление о работе в регионе. И после этого точно так же нас приглашали на какие-то мероприятия в Москве, которые организовывались посольством. Консул, из-за того, что консульство находится недалеко в Екатеринбурге, консул Великобритании тоже несколько раз к нам приезжал, особенно если какие-то визиты к губернатору или в региональное правительство, то очень недалеко дойти до нас, тоже до нашей школы. Соответственно, у нас были какие-то визиты и была какая-то коммуникация, но на этом, в принципе, заканчивается коммуникация с британскими компаниями. Mm-hmm. Okay, just put a picture up of a school photo, the end of term photo last year. Can you see the photo? Покажу вам фотографию нашей школы, учеников нашей школы. Yeah. Can you see it? Yeah, thank you. So I think that's a waste of resource. We've got a company here with 21 years of experience in the region, a small company too. And I think the British authorities could do more. Ask us what they can do to help business. Well, we've sent 500 people to the UK to study in the last 10 years, 500. Я думаю, что это довольно... То, что визиты и коммуникация с британскими компаниями прекратилась, я думаю, это упущенная возможность, упущенный ресурс, потому что у нас есть опыт, и британские компании или британские представители Великобритании, они, в принципе, могли бы больше с нами коммуницировать, спрашивать, как они могли бы помочь бизнесу нашему. Мы, например, за прошлые годы отправили 500 человек, студентов, в Великобританию на учебу. Один из примеров. Now, that's a huge amount of fees payable into the UK. People are there, they also spend additional money. И это огромное количество денег, которые, получается, эти студенты приносят в экономику страны. Они там находятся, они платят дополнительные какие-то вещи за учебу и кроме нее. Could you make that easier? You could. Ekaterinburg used to issue visas, but they stopped doing it 10 years ago. Now, go ahead.
Можно ли было бы сделать этот весь процесс проще? Вполне возможно. Например, Екатеринбург раньше выдавал визы, но 10 лет назад они прекратили это делать. What used to happen was the school secretary would go to Екатеринбург with 15 passports and come back the very next day with 15 visas. Как это происходило? Например, секретарь школы уезжал в Екатеринбург с 15 паспортами и приезжал буквально на следующий день с 15 визами в этих паспортах. Now the process is the child for a short-term study visa for a 12-year-old kid. A visit is necessary to do the biometric testing. So the secretary travels to Екатеринбург with the children, which is 26 hours from Nizhny Vartovsk on the train, spends 15 minutes in the VAC center and goes back again. Then all the documents are put in a bag and sent to Moscow, sent 3 weeks to issue the visas, which is kind of, I don't quite see what the threat to UK security is from the average 12-year-old. So this is a barrier to business, which we're not experiencing from the Tumen authorities, but the British authorities should look at this, should look at this. Yeah. Tom, can I just interrupt you there slightly, quickly? Yeah. It is a big problem, and it's not just Russia. I know, you know, the visa issue is a worldwide thing. I take your point. We constantly talking to the embassy about it. Didn't want to go off onto a long criticism. The point I'm trying to make is that there's two ways. We're trying to make things comfortable for business. We're trying to make things comfortable in Tumen. There has to be cooperation either way, you know, and to settle these issues. But we're happy to deal with the embassy. We've had very good support from the Tumen region. We'd like similar support and the embassy or the authorities to look at these issues and maybe consult with firms, especially here, which are outside Moscow, maybe under the radar a little bit, and see what they can do. Because Tumen is got a bright future, I believe. And it would help if everybody got together, if we're promoting British business and got some real barriers out of the way. Yeah. If I may just recap shortly. В целом, кратко переведу. Проблема в том, что сейчас приходится, например, один из примеров, секретарю школы собирать 12-летних детей, группу 12-летних детей, и вместе с ними из Нижневартовска 26 часов на поезде туда и обратно, потому что необходима биометрия, снятие биометрии для визы. И это очень большой барьер для бизнеса. Поддержка бизнеса со стороны тюменских властей очень обширная, и хотелось бы подобную же поддержку с британской стороны, потому что я считаю, что у Тюмени довольно яркое будущее, и хотелось бы, чтобы снялись барьеры, ненужные барьеры для бизнеса, для британского бизнеса, для того, чтобы он зашел в регион. И да, эта проблема существует, мы над ней думаем. Yes. Thanks. Tom, is that, can you conclude? Is that it? Yeah, very much so. So sorry I diverged a bit on that, but it has to come from both sides, and I think that's important to recognize. Yeah. No. Thank you very much for that, Tom. Okay. Funny enough, I visited Tumen in February and didn't know you existed, to be honest. So now I do. So next time I will definitely come and visit. And I will pass your words on to Rod Line, who I know actually. So that's very great. Довольно забавно, я приезжал в Тюмень буквально в феврале, и я тогда не знал о вашем существовании. Сейчас я знаю, и поэтому в следующий свой визит обязательно к вам приду. We have a few minutes for some questions now, so if you have anything to pose to the panel, please do so now. У нас осталось несколько минут для вопросов, поэтому если у вас есть какой-то вопрос, пожалуйста, напишите его в чат. We have a couple already. I know there's been some correspondence in the chat room, so it may have partially been answered, but I think it'll be good for everyone to hear it.
У нас есть уже несколько вопросов в чате. Я так понимаю, что в чате уже велся какой-то диалог, но я думаю, что всем было бы полезно услышать. Yeah. And I think the first one is from Trevor Lewis, who's actually the head of the Department for International Trade in Moscow. Первый вопрос от Тревора Луиса, который является руководителем департамента международной торговли в Великобритании, в офисе в Москве. And he says, you've probably seen it in the chat room, but he says a major investment might be too far a step for some supply chain companies until they are sure that the business model is sustainable. Hmm. Just give me a second to find it. Okay. Я думаю, что он говорит, я думаю, что большая инвестиция может быть слишком таким большим шагом для некоторых компаний, которые находятся на цепочке поставщиков, до тех пор, пока они не поймут, что эта бизнес-модель на самом деле устойчивая для них. And is there an intermediate stage, i.e. a launch pad option, which would allow them to base one or two people in the area for perhaps a year to see whether expansion is actually a viable option? Поэтому есть ли какой-то такой промежуточный вариант, который для инвестиций, который позволил бы компании, например, отправить в Тюмень одного или двух своих сотрудников, например, на год, чтобы понять, как здесь функционировать и принять уже дальнейшие решения, расширяться сюда или нет? Deputy Governor, would you like to take that? Андрей Вадимович, может быть? Вы бы хотели ответить на этот вопрос? Да, коллеги, конечно. Мы хочется сразу обозначить, что мы индивидуально сопровождаем каждый инвестиционный проект, который заходит в Тюменскую область. Yes, dear colleagues, I would like to mention right away that we support each investment project individually when they decide to come into the region. Многие проекты перед тем, как локализоваться на территории Тюменской области, тратят от года до двух на расчеты тех ресурсов, которые имеются в регионе, на обеспечение вопроса кадрами. Это нормальный подготовительный этап. Мы готовы к таким формам сотрудничества и ждем от вас заявки в удобном для вас формате и, конечно, отработаем и в таком режиме тоже. And many of these companies, they spent 1 to 2 years in preparation to calculate the resources available, to look for the staff. So it's a normal, logical part of the process. And of course, we are accepting these kinds of requests too. So if you have any type of request, we will be happy to get it and to support it. И хочется успокоить коллег. Мы достаточно близко находимся по российским меркам к городу Москвы. Всего 2 часа лета от Москвы до Тюмени. У нас полноценные 4 времени года, то есть очень комфортные, теплые первые города Сибири. And I would also like to put you at ease a little bit because we're actually, by Russian understanding, we're quite close to Moscow. It's only 2 hours of flight from Moscow to Tumen. So we are, we have 4 regular normal seasons, so it's very comfortable climate to live here. And we are like this, the first Siberian city, so the location is quite comfortable in general. Thank you very much, Andrei. Благодарю, Андрей. Alex, I know you've had personal experience of this. If you're still there, would you mind just commenting? Alex, я понимаю, у вас есть свой личный опыт в этом, если бы вы хотели прокомментировать. Well, yes. It's a very fair question. When you're an investor, you want to test the waters first, right? And you don't want to commit anything very large until the point that you understand that capabilities are here, people are here, business is here. Mm-hmm. Да, это, конечно, очень справедливый вопрос, потому что прежде чем решиться на большой шаг, конечно, вы хотите протестировать ситуацию, протестировать воду, проверить воду, понять, какие существуют возможности, какие существуют ресурсы, люди и так далее.
And this is why I use this image of the Russian doll in the way we've approached our operational activities in the Greater Eurasian region based out of Tumen. И именно поэтому я использовал ту метафору русской матрешки, когда я рассказывал про наше расширение всей нашей офиса, евразийского офиса. Good. Thank you very much. We have one more question, with time for one more question, and the question is this. As the owner of a UK-based company, I have a question for the Tumen Authority, so that will go to Andre. What kind of IT projects do the Tumen region have ready on offer, and what is the minimum volume of investment that would be considered? И у нас есть один время для одного последнего вопроса. Вопрос в чате. Как, являясь владельцем британского бизнеса, у меня вопрос к местному правительству. Какие виды IT-проектов в Тюменском регионе вы готовы предложить, если вообще какие-то существуют? И каков минимальный объем инвестиций, который будет рассматриваться в какие-нибудь из этих компаний? На сегодняшний день мы в первую очередь смотрим в сторону наших кластеров. И если говорить о сервисном нефтегазовом кластере, то, конечно, здесь внутри цепочек кластера есть место для применения современных IT-технологий. Today we are most clusters that we are creating. So if we're talking about oil field cluster, of course, in the whole chain, there are some opportunities to implement technological projects. Также сегодня мы много уделяем вниманию качественной городской среде, комфорту проживания, и в этой части мы тоже смотрим на IT-сервисы, которые работают на автоматизацию отраслей жизнедеятельности человека. Another point of focus is urban development and comfortable living environment, and there are some IT opportunities also there that would help us automatize any kind of processes in this sphere. Но и также мы смотрим на предложения, которые предлагают нам новые партнеры еще в части нереализованных на территории региона. Новые технологии, которые мы тоже с удовольствием рассматриваем и применяем в дальнейшем. And of course we are looking at some new offers from companies that are not yet implemented and developed in the region, and we're also considering such projects that could be brought into the region. И здесь важная составляющая, что мы именно помогаем выстроить отношения, либо находим вам партнера, либо помогаем вам выстроить отношения с той отраслью, которая непосредственно потребляет этот IT-продукт. And one of the most important things is that we either help you to find a partner for your IT company, or we help you to build ties and build communication with the industry that would be the consumer of your IT product. Проект должен обладать, может быть, иметь разные параметры инвестиций, но если параметр инвестиций от полумиллиона долларов, грубо говоря, округляя, то он начинает пользоваться максимальными льготами, которые предоставляются на территории региона. There are different options for the volume of investment, but if the investment is of 0.5 million dollars, then in this case, this project will benefit from the maximum volume of any preferential treatment and tax breaks and all the benefits that we are offering. Great. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I'm afraid that's all that we have time for. Thank you all very much for a very interesting presentations and a very interesting conversation. Andrey Vadimovich, Eduard Relovich, Alex and Tom, thank you very much for your time. I personally am looking forward to developing the relationship with the region over the coming years, and I'm sure we'll be able to do lots of good things together. I'd like to give the final words to Andrey Vadimovich, please. Благодарю всех за участие, благодарю Андрею Вадимовичу, Эдуард Раулевич. И мне было очень интересно услышать все презентации сегодня, и я уверен, что мы в будущем сможем найти точки для развития отношений между нами. И Андрей Вадимович, я бы хотела предоставить вам заключающее слово.
Уважаемые коллеги, надеюсь, что сегодняшняя встреча стала первым нашим новым витком общения и построения новых коммуникаций. Тюменская область занимает лидирующие позиции по многим позициям, но всем есть чему у друг друга поучиться. И поэтому, конечно, сегодня знание – это одно из самых важных. Мы готовы делиться своими наработками. Надеемся, что эти наработки будут полезны для вашего бизнеса и для построения совместных бизнес-инвест-проектов. И, конечно, в первую очередь, как только станет полегче ситуация, ждем в гости, чтобы наяву ощутить специфику нашей территории и посетить наши известные термальные источники, которые укрепят наше здоровье в первую очередь. Dear colleagues, I thank you all for participation, and I hope that this was the first step in the new stage of communication and collaboration of ours. Tumen region is leading in many spheres, but we all have some things to learn from each other, and knowledge right now is one of the most important assets, and we are ready to share the knowledge that we have, and we hope that it will help you in your further business and your further operation. And I hope that when everything becomes a little bit more relaxed, you will be able to come to the region and to experience firsthand the famous thermal springs, and that they will give you some boost in your health and energy. Thank you very much. Great. Thank you. Bye-bye, everyone. Bye. Thank you. Thank you for our turns. And my colleague, Thomas and Alex. That, yes. And Olga. Thank you very much. Thank you, Alex. Cheers.